спецоперация «Тонировка». Сколько нарушителей вывели из тени сотрудники ГИБДД в Барнауле? От космических лучей до устройства Вселенной астрофизики со всего мира съехались на Алтай, чтобы принять участие в научном симпозиуме. Волшебная ночь, где в крае с размахом отметят древний славянский праздник Ивана Купала. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Начнем выпуск с очередного серьезного пожара в Барнауле. Минувшей ночью загорелся довольно крупный и популярный у горожан автосервис. Сообщение о возгорании Завгара, который находится на Павловском тракте, поступило в МЧС в 2 часа ночи. На вызов прибыло больше 20 спасателей. Спустя полчаса пожар потушили. Но за это время выгорело 150 квадратных метров. Серьезно пострадала кровля здания и оборудование внутри автосервиса. Пострадавших нет. Вывели из тени. В ходе спецоперации «Тонировка» сотрудники ГИБДД оштрафовали почти сотню барнаульских автовладельцев. Как проходил рейд и какие еще наказания ждали нарушителей, расскажет Ирина Харитон. Ножом по стеклу. Именно так сотрудники госавтоинспекции борются с теми, кто вопреки закону остается в тени. Тонируют лобовые и боковые стекла. Уровень затемненности выше нормы, выписывают штраф 500 рублей. Ну да, я не прав. Я знаю, что я не прав. Не буду тонировать, наверное. Всего за час рейда 85 нарушителей. Всех обязали прямо на месте снять цветную пленку. В присутствии десятка правоохранителей водители сдирали тонировку без лишних возражений. Иначе нарушители могли лишиться номеров на машине. Если он отказался, то будет запущена процедура прекращения регистрации автомобиля. И потом, когда он устранит, он может приехать, записаться на портале госуслуг и пройти процедуру регистрации с постановкой на учет. За этот год регистрации из-за тонировки лишилось 40 барнаульских водителей. Особо злостные правонарушители продолжают управлять автомобилем, не выкупая номеров. Но в таком случае автомобилистов ждет больший штраф – 1000 рублей или заключение под стражу на 15 суток. Ирина Харитон, Николай Шелко, Зоя Хушвактова, «Наши новости». За миллионные взятки ответит в суде. В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего заместителя генерального директора завода «Ротор». Об этом сообщает Политсибру. О чем еще пишут журналисты «Сибирская медиагрупп», смотрите в обзоре. Как сообщают следователи, с октября 2012 по апрель 2017 Павел Пчела получал лично или через посредника взятки и денежные средства в качестве коммерческого подкупа. Взамен замдиректора «Ротора» решал вопросы о продаже непрофильного оборудования, недвижимости и транспортных средств, принадлежащих предприятию по цене ниже среднерыночной. В ходе следствия было выявлено и доказано 14 фактов противоправной деятельности обвиняемого. Свою вину Пчела полностью признал, на его имущество сообщает Политсибру, был наложен арест, дело передано в суд. Истребить комаров посоветовал мэрии Роспотребнадзор, пишут журналисты «Комсомольской правды» Барнаул. А именно скосить траву и провести химическую обработку. В этом году, подтверждают ведомстве, в крае регистрируется высокая численность комаров. На данный момент обработано лишь 174 гектара территорий парков, скверов, детских садов и других мест организованного отдыха населения. Обработки надо делать чаще, так как из-за дождей их эффект носит кратковременное действие, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Памятник детям войны хотят установить на Чуйском тракте, сообщают «Аргументы и факты Алтая». С инициативой выступили жители поселка Среднесибирский Тальминского района Алтайского края. Они хотят увековечить память о детях войны, которые работали и выживали в тылу, пока их деды, отцы и братья воевали на фронте. Монумент предлагается поставить на Чуйском тракте возле поворота на Кузбасс. Татьяна Голубева, «Наши новости». В Барнаул приехал известный астрофизик Игорь Москаленко, автор более 280 научных работ. Он выступил в классическом вузе с открытой лекцией. Ученый считает, что наша Вселенная исследована только на 4%, остальные 96% нам еще предстоит изучить. Именно этим и будут заниматься ведущие астрофизики на Европейском симпозиуме, который открылся в Алтайском госуниверситете. Конференция посвящена космическим лучам. В ее работе принимают участие лучшие ученые из России, Бельгии, Германии и еще более 20 стран. Продолжает лидировать барьерист Сергей Шубенков. Вновь быстрее всех на этой планете. Позади наш земляк оставил даже извечного соперника, олимпийского чемпиона и чемпиона мира Амара Маклеода. Эта новость пришла сегодня ночью из Лозанны, где завершился один из этапов бриллиантовой лиги. Барнаулец бежит по шестой дорожке, ямаец по пятой. Примерно две трети дистанции Амар пытался навязать борьбу нашему земляку, но затем заметно отстал. Подвела техника на одном из барьеров. В итоге Маклеод пересекает ленточку вообще пятым. Сергей первым с временем 12-19.
95. Для Шубенкова это уже третий старт в сезоне, когда он пробегает 110 метров с барьерами меньше, чем за 13 секунд. Сейчас тандем Шубенков-Клевцов после вояжа из нескольких турниров возвращается домой, где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Медали за любовь и верность вручили сегодня 32 многодетным семьям края. Это стало доброй традицией. В преддверии праздника 8 июля россияне отметят День семьи, любви и верности. В этот день православные верующие вспоминают историю любви святых Петра и Февронии, покровителей семейного благополучия и взаимоуважения. Многодетные семьи не понаслышке знают, что такое забота и уважение близких. Дмитрий и Татьяна Малыченко воспитали сына и дочь, дети живут самостоятельно. Сейчас родители воспитывают еще троих приемных. У этих ребят умерла мама. Полтора года они пытаются привыкнуть к новой семье. Дмитрий и Татьяна делают все для этого. Мама, она была, но она всегда с нами. Она нам помогает, если нам это нужно. Мы очень часто разговариваем о маме. У нас есть в доме лавочка желаний, лавочка воспоминаний, где мы можем абсолютно спокойно поговорить на любые темы с ребятишками. Прыжки через костер, леши, водяные и русалки. Край готовится к празднованию одного из древнейших славянских праздников – Дню Ивана Купала. Его отмечают завтра, 7 июля. Но уже сегодня в райцентре Романова поставили хлебосольные столы с немецким хворостом, приворотными пряниками, украинские пампушки с чесноком и варениками. В Барнауле сегодня будут прыгать через костер, обливаться водой, плести венки из папоротника и ромашки. Все эти купальские забавы пройдут в парке «Лесная сказка» с 9 вечера до часу ночи. А завтра жителей и гостей Красногорского района в селе Новозыково ждет очищение водой, обрядовые песни и собирание целебных трав. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Валар». Когда беспокоит сердце, повышено давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Сегодня в крае переменная облачность, местами дождь, плюс 20 ожидается в Бийске и Алейске. В Барнауле около 19 градусов тепла и без осадков. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи!